Алатырский районный суд вынес приговор злоумышленнику, обвиняемому в убийстве водителя скорой помощи. Преступление произошло на бытовой почве. Убийца приревновал сожительницу к фельдшеру скорой помощи. С охотничьим ружьем 12-го калибра он поджидал свою жертву около подстанции скорой помощи. Когда дверь здания открылась, злоумышленник выстрелил. Это был другой человек, 57-летний водитель автомобиля скорой помощи. От полученного огнестрельного ранения тот скончался на месте. По результатам рассмотрения уголовного дела, приговором суда злоумышленник признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. С отбыванием исправительной колонии строгого режима, пока приговор суда еще не вступил в законную силу.